схватили за руку, вниз освобождение захвата, вверх освобождение захвата. Когда, видите, когда вас схватили за руку, рука вниз и блок освобождения захвата. Если вы это движение руку не поставите, то рукой не освободите. Рука должна здесь, тогда освобождается, если делаете блок. Если держит руку, вот эту руку, и вы эту руку вперед не поставили, вот так руку не собьете, видите, здесь какой рычаг. Чтобы рычага не было, согнули, и это тогда будет освобождение. Когда сама рука вырывается. Вот сейчас вот этот парах попробуйте сделать. Стали, за руку схватили, да? Уход. Гитамбу, то есть стали, уход, позицию да, гитамбарай, маруту цюки, за кимоно схватили и поворачиваете на 90 градусов. Лучше, схватили, да? Уход, гитамбу, то есть стали, уход, позицию да, гитамбарай, маруту цюки, за кимоно схватили и поворачиваете на 90 градусов. Лучше. Да? Вот такую сейчас делаем. Вот еще раз. Встали, за руку схватили. На кота. Уходим в позицию йодану. Гидамбара. Ич. Шаг вперед. Маруто цуки. На кота. Кимоно взяли. На кота. И поворот на 180 градусов. Бросок. Будет поворот. Видите, раз. Я просто тяну его и бросаю вниз. На кота. Попробуем в парах сделать. Бегом.